каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнина с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на анимацию по Undertale. И называется она «Реалистичный Undertale 7». Да, это 7-й эпизод, мы дождались. В озвучке от Неадекват Рекордс. Это очень классно. Я люблю неадекватов. Привет, неадекват. Здравствуйте. Здорово. Погнали смотреть. Да, здесь прям ничуть не крипово. И я как раз вспомнил, что боюсь всего крипового. А кто это? Кто? Где? Неожиданно. Это ты? Господи, что страшнее, то, как закрылась дверь лифта, или то, что мне придется читать, что там написано? Конечно, читать. Вот, ужасно. То, о чем меня просил король. Твою там, мне что, все нужно читать? Нет, не буду тебя читать. Не, мечтай. Нет. Нет. Наконец-то. Теперь вы серьезно? О, круто, раковина. Руки у меня довольно грязные. Не знаю, зачем я вам это рассказываю. Наверное, для сюжета. Давайте воспользуемся ей. А, это призрак. Боже мой, what the fuck. Ладно, почему бы и нет? Пати призраков, I'm fucking seriously. Поезд успеть. Поезд призрак. Эй, вы слышали о новом президенте страны призраков? Он живет в жутком доме. Какого хрена? Кто его вообще пригласил? Пошел отсюда. Я думал, что этот самый. Пошел отсюда. Нужно прилечь и пересмотреть свою жизнь. Эй, не оплачь. Не знаю, что у вас. Что-то за ложка белая. Вот, смотри. Вот именно, ты плачешь. Знаешь что, отвали, ты не знаешь моей истории. Кстати, об историях. Давай я расскажу тебе историю, друг. Лежа с тобой в обнимку, конечно же. What the fuck? Когда я был маленьким, я упал с лестницы. Круто. Это было больно. Я чувствую, меня что-то тыкает. А это моя пицца для микроволновки. Видишь, 2 минуты на полной мощности. What the fuck? За такой судьбоносный опыт. Эй, тук-тук. Кто там? Бу. Какое бу? Будешь угрожать, я тебе дверь не открою. Ну почему меня не понимают? Да штаны мне наложи, что? Похоже, а? А еще сзади меня призрак. 10 жирафов из 10. Попробуй сделать единственное, дитя. Я уже и забыл, что ты есть. Загадочное, значит. Готов? Как лом через говно? Ну твою же мать, голова! Жопа чую, если пойду туда, то что-то триггернется. Я ж говорил. Кто-то триггернется. Кому нужно звонить, чтобы начать на кладбище генеральную уборку? Уборщиками за привидениями? Нет, генеральная уборка Инкорпорейтед, алло. В названии же сказано, зачем звонить уборщикам за привидениями? У них и так одна звезда на Google Maps, если поискать. Ты что, вообще поехал? О, да почему меня никто что, не понимает? Что, глупый? Отойдите, друзья-призраки, сейчас пойдем вам за едой. Что они вообще едят? Воздух? Ну, естественно. Воздух только приготовить сначала надо, он еще в духовке. Приготовить воздух? Полной прожарки. Кайф. Окей, окей, остальным слабые прожарки. Воздух слабой прожарки. Я скоро буду, будьте добры накрыть стол, ребят, это было бы здорово. Класс. Дилан, мы уже говорили с тобой про это. Выполняй дела по дому, или я тебя закрою в чистилище. Я тебя ненавижу, ты даже мне не родная мама. Ох уж эти дети, а. Уверен, они были бы рады остаться в доме, чем быть с тобой. А вот тут становится интересней. Это типа мой зоопарк. Мой призрачный зоопарк, если быть точным. Уверена, ты призрачный зоопарк. Точно так же, как и о пытках. Асгар хотел, чтобы я изучила призраков и все такое. И я устроилась на шоу «Охотник за привидениями». А потом меня уволили в 2 эпизодах, потому что я случайно посрала в коридоре. What the fuck? Зачем срать в коридоре? Видишь ли, в отличие от людей, тела острова... О, блять. Сейчас начнем. А, блять. Видишь ли, в отличие от людей, тела монстров не имеют достаточной физической да, блять. Просто расскажи в 2 словах. Мы делали человеческие тесты на монстрах. Да, в этом есть смысл. И из-за этого я ужасный монстр. Это тебе я мог сказать. У тебя на все сарказмичное замечание. Нет, что ты? Нет, что ты? И все такое, они были типа монстрами, а теперь они типа нет, и теперь они типа мои приемные дети. Знаешь, это даже мило в каком-то роде, то, что ты их себе взяла. Ну, за исключением тех человеческих тестов и их убийства. Ты имел в виду монстрские тесты? Это моя подруга Анита, она очень легко триггерится. Мужики. Стоп, ты женщина? Ну, мне пора, надо воздуха поесть. Ты женщина? Не упоминай никаких тестов, окей? Призраков это немного злит. Уж не знаю почему. Вон там лифт, на нем доедешь прямо до Асгора. Круто, давай его протестируем. Дитя. Ох, не знаю почему, но мои тестикулы так разболелись. В смысле, они не болят, потому что их нет, но тестикулы... Дитя, не надо продолжать. Лампы такие яркие. Они прям достаточно яркие для лаборатории. Достаточно. Не такие уж они яркие. Пенисы. Пенисы. Друзья-призраки. Нет, нет, нет.
Есть все-таки бог. Пенисы. Этот бог я. Да заткнись ты! Ой, жопа, чего я не туда я забрел? Фак. Едой пахнет! Ла-да-ди, ла-да-да-ду, ла-да-ду. А почему он... Похоже на начало очень странного... Водопади. Эй, привет. Я видел кино, которое начинается точно так же. Здесь. У вас не сегодня тентакля будет, да? Я Онион-сан. О, круто, я Онион-сан. Онион-сан, понятно? Чего Луковичка. Плохие гены. Тогда надо было с батьками общаться. А? Ну ты понял, гены? Типа как имя? Смешно же. Окей. Ну почему меня никто не понимает? Решил посетить водопад, а? Ну видимо да. Классно тут, а? Я бы дал 3 звезды на Yelp. Тебе нравится, а? Это твоя особенность, да? А? Это моя особенность. Какие у вас тут особенности? Вы просто берете рандомные слова и писаете в конце каждой фразы. Давай пробну. Я тебе писец ненавижу. Бла-блау. Что это было? Моя главная фраза. Бла-блау. Бла-блау. Как будто хреном подавил. Бла-блау. Щупальца? Щупальца? Тостеры? Какой? Тебе понравился тост, а? Да, очень. Ла-ла-ла. Большое бла-бла-бла. Да не за что. Бла-бла. Надеюсь, больше не знаете меня. Ты красивый, тебя ждет успех, и спасибо за хавчик. Не уходи. Мне нужен друг. Мне нужно кому-нибудь выговориться. Сейчас он скажет вести себя хорошо, да? Веди себя хорошо, маленькая. Придется вести себя. О, нет. Окей, друг, что не так? Выговорись, поделись проблемами. Странный луковый чел существо. Все это началось давным-давно. Я недоволен тем, где я живу. Я расскажу тебе историю мистера Онион-сана. Эй, народ, есть у кого что? Желательно, чтобы передос ловить что-нибудь. Продолжай. Понимаешь, я, Онион-сан, занимался своими делами в холодильнике. И вот, в один судьбоносный день человек достал меня из холодильника. Он хотел меня разрезать, но вдруг начал плакать, поняв, какую ошибку он совершает. Да, определенно поэтому. Я влез в холодильник и достал две другие луковицы. Моих мать и отца. Человек растерзал их у меня на глазах. Разрезал их на кусочки. Мне было грустно. Грустно? Ты не был этим травмирован? Ну, я был не слишком расстроен. Ты мое лицо видел, нет? Да, справедливо. Ты мое лицо видел? Я упал со стола и приземлился на велосипедный насос. Какой-то ребенок накачал воздух внутрь меня, и я стал большим. И я пошел в армию, воевал во Вьетнаме. В армию Вьетнама? Что? Оу, полегче, Форрест Гамп. Но когда я там работал, я подскользнулся и упал в реку. И поток унес меня в подземелье, где я доживаю свои дни в одиночестве. И иногда снимаюсь в фильмах для взрослых. Полагаю, это связано с тентаклями, да? Нет, тут больше зоофилия. Не, жизнь за зоофилия? Я тут слушал твои болезни. Жизнь за мечта? Минут, так что, теперь я хороший парень или нет? Я не знаю, но... Поцелуй. Чё? Что? Поцелуй мне щупальца, и тогда будешь хорошим какого парнем. Какого хуй? Нет! Целуй. Ладно. О, господи. What the fuck? What the fuck? Что за бред? Я не могу ни одной фразочки, я просто... Я всё. Какой хороший парень. Привет, друзья. Спасибо за просмотр. Окей. Я очень рада, что вы смотрите именно нас. Блин, это шикарно. Это шикарно. Как говорится, все было отлично. Бля-бля-бля. Это топовая фраза, я считаю. Я теперь тоже буду в конце каждой фразы делать так. Бля-бля-бля. Если вам понравился реалистичный Undertale в озвучке от Неадекват Рекордс, не забудьте подписаться на Неадекватов. Ссылочка на них в описании, все как обычно. А если вам понравилась моя реакция, можете подписаться на меня, поставить лайк, подписаться на мою группу и на страничку ВКонтакте тоже подпишитесь. Вообще будьте молодцами. Всем удачи, ребят. Всем пока-пока. Бла-бла-бла.